Обещал подробно рассказать, почему шпаклевка может идти пузырьками, когда мы шпаклюем второй слой, появляются такие пузырьки. Это появляется как на шпаклевке, так и на покраске. В чем причина? Кто-то говорит, вы перегрунтовали поверхность. Но на самом деле не в этом причина. Вот. Кто-то говорит, наоборот, недогрунтовали. Опять же, тоже есть нюансы, которые не повлияют. Даже если вы перегрунтуете, все равно может у вас пузырьки появляться. Давайте поподробнее немного об этом поговорим. Смотрите, сейчас я так схематически чуть-чуть нарисую. Что ж ты резкость не наводишься-то, а? О. Получается, вот ваша поверхность. Вот вы делаете грунтовку. Допустим, давай так вот нарисую сразу заведомо. Вот вы загрунтовали, да? Что происходит? Грунтовка – пленочный материал. В составе входят акриловые смолы. Что получается? Получается сверху пленка. Вы увлажняете слой шпаклевки или штукатурки, без разницы. Воздуху куда деваться, который находился в шпаклевке? Вы его увлажнили, соответственно, воздух начинает выходить наружу. Он выходит через этот пленочный материал. То бишь грунтовка. Вне зависимости, даже у вас там она дышащая, не дышащая, все равно это пленочный материал. Вообще сама по себе вода это тоже пленочный материал. То есть сверху пленка, да? Что происходит? У вас происходит выход воздуха. Я не зря вот эти вот сделал отверстия. Такие здесь. Выходит он не по всей поверхности. Почему? Потому что это пленочный материал. Он начинает в этих местах надувать пузыри. Потому что если бы у вас вся поверхность бы пропускала воздух, не было бы пленки, то бы он вышел просто бы через всю поверхность вот этой грунтовки, да? Но так как он пленочный, то есть он надувает вот эти пузыри. Вот, поэтому влага выходит, воздух выходит, влага заходит. То есть обмен произошел, да? То есть воздух вышел, образовались вот эти пузыри, лопнули. Все. То есть, грубо говоря, если так образовались такие каналы. Каналы, которые проводят воздух из шпаклевки. Вне зависимости от того, что вы загрунтовали поверхность, может быть, даже залили, у вас вот эти каналы есть. Вот эти каналы у вас есть. То есть отсюда у вас поступает воздух из шпаклевки. То есть вы будете дальше клеить, допустим, наносить шпаклевку, красить. Вы говорили, я загрунтовал. Вот это вот, грубо говоря, грунтовка у нас, да, так, чтобы понятно было. Это я просто так увеличено 100 тысяч раз. Вот, вот канал. То есть, получается, у вас дышит шпаклевка. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны вы наносите краску сверху. Что происходит? Влага проникает через эти поры, доходит до слоя шпаклевки, намокает эта шпаклевка, соответственно, воздух начинает отсюда выходить, вода вытесняет воздух поднимается вверх. И на самой краске в этих местах образуются вот такие пузыри. Бывали такие случаи? У меня бывали. Вот. Как этого избежать? Можно ли этого избежать? Кто-то сейчас скажет, да без проблем, просто вы хорошенечко загрунтуете, и все, и вот эти каналы исчезнут. Но самое главное в другом, что как происходит обычное грунтование. То есть вы прошли первый слой, дождались полного высыхания, потом проходите второй слой, правильно? Обычно так советуют производить. В этом случае что произойдет? У вас этот слой полностью высыхает, вот грунтовкой насытились, да, шпаклевка высыхает полностью, эти каналы у вас остались, вы проходите вторым слоем, у вас через эти каналы проходит влага сюда, в шпаклевку, и тот же воздух выходит. Может быть, не в таком количестве, может, какие-то каналы заливаются, но все равно из-за того, что у вас намокает шпаклевка, все равно вот этот воздухообмен с жидкостью происходит. То есть у вас даже несмотря на то, что вот эти части уже будут перегрунтованы, каналы остаются открытыми. Потому что шпаклевка намокает, и она будет выдавливать. У вас свежий второй слой грунтовки, просто в этих местах будет воздух проситься наружу всегда. Что в этом случае нужно сделать?
Но есть один вариант, опять же, он не регламентированный, он такой, можно так сказать, когда мы по мокрому грунту вторым слоем, да? То есть что происходит? Смотрите, мы увлажнили шпаклевку, когда нанесли первый слой, она влажная, вот этот слой. Дальше. У нас каналы открыты, вот эти. Мы тут же, не дожидаясь полного высыхания первого слоя, проходим вторым слоем. Что в этом случае происходит? Мы заливаем сверху таким слоем грунтовочка, да? Уже не происходит вот этого обмена воздуха. Почему? Потому что здесь увлажненная шпаклевка. Она насытилась влагой, соответственно, вот этот воздух больше не выходит. То есть при втором нанесении грунтовки на еще увлажненную, не высохшую первый слой загрунтованной шпаклевки, вот этого движения не будет. Значит, вывод мы можем сделать какой? Что если мы мокрое по мокрому грунтуем в два слоя, то мы перекрываем вот эти поры. И при дальнейшем шпаклевании, при дальнейшей покраске вот этого движения воздуха не будет. Кто-то может сказать, ну вы тогда слишком перегрунтовываете, да? То есть если в два слоя прям заливать, кто-то говорит, достаточно одного, особенно это касается межслойные когда. Но что можно в этом случае сделать? Можно разбавить грунтовку. То есть сейчас продаются концентраты. Но даже если это обычная грунтовка, то есть вместо того, чтобы грунтовать один раз 100% грунтовкой, лучше два раза по 50%. И тот же эффект будет, но вот эти поры уже не будут. Кто-то скажет, ну это дополнительное время. Кто-то, ну то есть, то ты один раз загрунтовал, это два раза. Но зато и поры не будут. То есть зато не будет вот этих моментов, которые потом вылазят на покраску. Вот представьте, вы закрасили, у нас были такие случаи без воздушкой. Мы покрасили, у нас вот такие пузыри повылазили. То есть в чем экономия? В том, что мы второй раз не загрунтовали. Да я бы лучше три раза загрунтовал в таком случае, если бы я знал причину тогда. Поэтому здесь как бы такие вопросы серьезные. И, кстати, вот такая проблема бывает, знаете, когда еще? Вот вы закрасили первый слой покраски, потолок или стены, без разницы. Потом какие-то ямочки там нашли, там щербиночки, какие-то утраты. Вы подшпаклевали сверху краски, подшпаклевали, загрунтовали слегка, и вот как раз остались вот эти поры, и погнали сверху вторым слоем вместе вот с этими. И вот на этих местах, где у вас подшпаклевано, бывают пузырьки такие. Вот как раз по этой же причине. То есть некуда деваться влаги, так как там краска у вас, она, соответственно, только вверх выходит воздух шпаклевки. Насыщается он влажностью и выходит наружу. То есть вот в таких местах, которые вы подшпаклевываете, вот, получается вот своего рода как закипание. Но на самом деле это вот через поры выходит воздух. Все вроде так просто и понятно. Надеюсь, изъяснил ясно. Если какие-то вопросы, пишите. Вот такой вот у нас. Вот такой я художник от слова худо. На этом все. До новых встреч.